Привет всем, кто меня смотрит. И сегодня мы будем печь вкуснейший и обалденный пирог с капустой. Для этого нам необходимо ржаной муки 2 столовые ложки с горкой и 0,5 кг пшеничной муки высшего сорта, просеянной через сито. 0,5 кг капусты, 3 яйца, 2 яйца идет в начинку, капусте и крабовым палочкам, 1 яйцо в тесто. Далее здесь у меня специи. Специи это уже по желанию. Соль, сода пищевая, крахмал. У меня еще приправа была для шашлыков. Все это по чайной ложке. Крахмала столовая ложка. Вот. Растительное масло для смазывания формы, вода, масло сливочное, это идет в начинку тоже. Далее чеснок порубленный, 2 больших, значит, 2 больших дольки чеснока. 2 луковицы среднего размера. Ну вот все ингредиенты. Итак, приступаем. Для этого нам необходимо нашу муку, 1 и 2, выложить в миску, перемешать и добавить все сухие ингредиенты. Ну вот, я муку просеяла через сито, 1 и 2. Сейчас буду добавлять сухие ингредиенты, кроме приправы до шашлыков. Эта приправа пойдет в начинку к капусте и крабовым палочкам. Далее, что мы делаем? Берем яйцо и воду и взбиваем миксером это все до однородного состояния. Воды 150 мл. Затем всю эту смесь вливаем в нашу просеянную муку и специи. Итак, добавляем столько воды, чтобы тесто получилось как на оладьи. Вот такое вот по густоте. У каждого мука разная, и сорта, и все. И помол грубый или нет. Так что тут рассчитать, у меня чуть больше 200 мл ушло. У вас, смотрите, по консистенции теста. Далее кладем растительного масла 3 столовые ложки в тесто прям. Итак, тесто у нас готово. Отставляем в сторонку и приступаем к начинке. Капусту мелко нашинковать. Далее крабовые палочки. У меня здесь 200 грамм. Я где-то возьму штук 3. Мелко порубить. Итак, я капусту нашинковала. Далее берем форму. У меня вот такая вот. Заливаем тесто. Предварительно положить бумагу пекарскую или смазать хорошо растительным маслом. Половину теста. Далее выкладываем капусту. Вы можете взять меньше, чем у меня капусты. Не полкило, а допустим 200-250 грамм. Кому как нравится. Итак, капусту выложили. На нее кладем небольшие кусочки сливочного масла. Вот, видите? У меня вот столько. Вы можете покласть меньше. Далее взбиваем яйца, 2 штуки, миксером. И поливаем капусту. В яйца добавляем приправу. Ну вот, я яйца взбила. Сейчас я полью немного. Потом добавлю туда чеснок и лук. Так, одной рукой неудобно сейчас. Ну вот, я полила яичной смесью капусту. Сейчас я буду класть лук и чеснок. Ну вот, я поклала лук и чеснок. Сейчас буду туда отправлять наши крабовые палочки. Далее я полью нашей оставшейся смесью яичной.
И далее это я все заливаю вторым слоем теста. Вот так вот я залила вторым слоем теста. Далее отправляем в духовку, разогретую сначала до 200 градусов. Потом, когда вы будете ставить, убавляем огонь до 150 и выпекаем 45 минут или час. Встретимся, когда пирог будет готов. Проверяем пирог деревянной палочкой или зубочисткой. Ну вот такой вот красивый пирог получился. Сейчас я покажу, какой он в разрезе. Ну вот, я отрезала кусочек. Сейчас я приближу. Вот такой вот он получился в разрезе. Очень выглядит аппетитно и вкусно. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! До скорых новых встреч!